Анимационный мультфильм «Маленький принц» на белорусском языке показали в Гродно. Переводить и переозвучивать мировые фильмы на белорусский язык – идея проекта «Белорусский уикенд». Его руководитель Андрей Ким. «Маленький принц» стал первым мультфильмом на мове, который вышел в кинопрокат. Это добрая история со смыслом, которая интересна и взрослым, и детям. Выход книги и самого мультфильма организаторы приурочили ко дню рождения автора Антуана де Сент-Экзюпери. Всего за 4 дня более 2500 человек посмотрели экранизацию этой книги в столице. Любимую историю на родном языке в твердом переплете можно было приобрести в кинотеатрах. Значительная часть экземпляров передана в библиотеке гродненских школ. Теперь каждый учащийся может узнать добрую историю о дружбе маленького принца с лисенком. Вельми отказно подошли до працы, и книга, она моя твердую вокладку, колеровую иллюстрации, такую твердую паперу, мы сделали все, как она выглядела так подарунково, якостно, потому что моя марка белорусской мовы, это была такая прикмета якости, когда нечто по-белорусски, значит, это лепше. Инициативу проекта «Белорусский уикенд» поддержала компания «Волком». Такая совместная работа уже дает хорошие результаты. 14 показов в столичных кинотеатрах посетили более 7500 зрителей. А белорусскоязычный трейлер мультфильма в социальных сетях собрал около 2000 просмотров. Мы видим необходимость и реальную потребность у людей, у белорусов, смотреть фильмы на белорусском языке именно в кинотеатре. Одно дело посмотреть их дома в какой-то там, может быть, пиратской озвучке, да, или любительской озвучке. И совсем другое дело прийти в кинотеатр, удобно сесть, купить билеты и посмотреть в такой озвучке, от которой просто мурашки по коже. Словом, и гродненский зритель уже давно ждал премьеру любимой истории на родном языке. Билеты на все 3 сеанса в выходные были раскуплены задолго до кинопоказа. Этим летом мы планируем быть у Могилеве, у Гомеле. Так само идет говорка про то, как, например, в Гродненской области это было не только у областных центров, но и в районных центрах. Тому, принамсі, 3 региона нашей страны, и они маленького принца встретят. К слову, премьера мультфильма вызвала среди гродненцев большой интерес. За 2 дня показа в зал не смог вместить в себя всех желающих. И организаторы приняли решение повторить мультипликационную версию «Маленького принца» на белорусском языке в следующие выходные.